I am Konstantin Konstantinovs. All what you need to know about raw powerlifting and deadlift. Welcome everybody. Thank you.
Тянуть! Ah!
you and you're blowing out the water. No, you did. Yes, easy! Release me!
dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich. Больше, чем намерен. Очень хочу пожать больше, чем намерен. Бык дичь, бефелистир. Бендет дэн антлиц ап фон мир. Дайн бык дичь, бэст мир эгал. Бык дичь, нох аймал. Бык дичь. Let's go.
какая сила должна быть своя, видишь, когда мы тогда вот на улице бегали, тянули, вот 90 тогда, что. Ну, если учесть, что я в марте 290 поднимал, все. И жал, блядь, 190 вот такими вот, блядь, руками. Thoughts.
Четко, да? Ну, когда сожмешь, покажи сразу. Я тоже так же могу круто, только 2.5. Опа! Ты что, не работал? Меня не взяли, подзаржавели еще. А, может, они у тебя ржавые, а они как бы так. С таким скрипом.
воде. Собрался! Давай.
выше. Сзади ударишь. Шура! Давай, Криш. Счастливо.
Поехали! Вот это.
Я мировой рекорд побил на 12. Побил мировой рекорд Альказова на 12,5 килограмм. Поворачиваете и прямо приедете куда надо. Очень просто. Не промахнетесь, там некуда промахнуться. Хорошо.
Борис, боец у меня. Когда будешь тянуть, да, вверху уже, ну, делай подсед такой ногами, да, вот ты поднял ее и вот так, в любом случае не засчитаешь, должен поднять и на прямых ногах раскрыться, понял. Да, не ложи ее, думай об этом, тебе первый, самый главный, значит, борись до конца на прямых ногах, ага. Жди команду, ничего такого не делай. Я понял. Крепатура очень быстро появляется эффект отмены. Он перестает действовать так, как надо. 3-6 месяцев. Они рассказывают, как и что они делают. Но у них вообще другой метод. Здесь уже сразу подумаешь, что продается. За 7, за 6 топ. Привет.
там же. Ага. Походили, подошли, походили, подошли. У нас времени много, но чтобы уже когда подошла разминка, чтобы мы уже были горячие. Какие-то призы интересные, чтобы людям было. Кубки красивые, это важно. А прикольненько, я могу маек заказать. Гормон можем подарить. Хороший стимул. Радеш Никитинс. Не причесть не играю, что шо с вами не бивейтесь. Потом поработаем. Цель Пусла. Ами Сарса. Сармас Ялсон. Сармас Иланс. Сармас Кулс. Ами Зупорецкис. Vadim Skandradzievs, Vairis Klaune un Kristaps Somas. Пятерки поставьте, пожалуйста. Ты и я подходил. О, Мария, нету видео. О, вот это вот. Тебе сделать? Кинуть? Это хорошо. Я могу сейчас на телефон перекинуть? Давай, на этот, и на WhatsApp, будь любезен. Да, еще. Мне тоже нужно. Да. Я
Опа, третье лето. Давай, давай, давай. Может быть, доктор Боже? Так, 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 так. Эзис. Хорошо. Так, Как кто-нибудь в эту сторону. Он сюда маленькая рука. Ну иди в ту сторону. Сейчас все посмотрели сюда в объектив. Еще разок. И еще. Ну давай теперь сюда смотрим. Поглин. Готов. Давай. Ну смотрим все сюда. Сейчас. Все посмотрели сюда. Отлично. Давай, полбеси. Ну что, я не то поделаю. Опять дождь. А уж другой машины не видно, а? Ну, тогда ладно. Так. О! Нормально. Соревнования прошли офигительно. На следующее лето Юра будет проводить снова, так что обязательно приедем, будем поднимать. Очень хорошо. Дома и море помогает. Соревнования прошли офигительно. На следующее лето Юра будет проводить снова, так что обязательно приедем, будем поднимать. Очень хорошо. We'll be right back.
зеркало видно, что прикол, он смотри, Кирилл сзади, да. Давайте его пойдем, вообще да, не видно. Да, давайте да, тогда да, пошире да, нас разобьем. Чтобы мне надо, чтобы все было видно, все прекрасно. Какой-то пока не будет сам. Давайте вы посередине. Да. Хорошо. Давай чисто девчонки так. И мы выходим, чтобы всех было видно. Кстати, там подрегулируй как-то. Вы просто в линейку становитесь и все, чтобы было видно всех. И тогда все нам не видно. Полево не видно. Во-в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 о-
Не принимать. Это не серьезно.
чай сидит. Да? Да, возьми этот. Туда вот такие укати, чтобы не мешать. Накидывай, блядь!
поднимал за счет скорости, что я хорошо разгонял. И, да, поэтому дотягивать было. Ну вот, еще накинуть тебе десятку, и ты уже поднимал с кривыми ногами. Ты не раскрыл ноги, у тебя было вот такое движение. Если бы ноги раскрыть, это еще килограмм сразу 10. Так что тут кажется, что легко. Делай до того момента, пока не будет болеть.